Я двигался по улице генерала Галицкого со стороны Московского проспекта в сторону Двухъярусного моста, совершил наезд на пешехода, который двигался с моей стороны, с правой стороны в левую сторону. А как это получилось? Здесь пешеходный переход, знаки видно. Я двигался по третьей полосе, соответственно, справа машины, было очень много машин, я бежал по третьей полосе. Двигался и вовремя не увидел пешеходного перехода. И также сам не увидел девочку, на которую я совершил наезд. То есть я даже не видел. Были только машины и не посмотрел, то есть, ну, я не увидел. Не заметили? Да.